валим дальше. Самурай опять. Елик уехал. Режь по встречке. Режь справа. Справа режь. Слева. Красавчик. Я только с жесткими пилотами езжу. Ух ты, елки, что-то тут неровно как-то. Надо бородача догнать. Свети. Мы так и недовольны по этой херне. Да? Ага. Справа что-то видно, что-то? Да не, ну тут только бензин полить. А вот Нива. Нива с нами. Давно не катались, да? Как-то аж застоялись. Ну да. Тут легче, да, идет? Красиво. Красиво как. Это на полигон вам на полчаса можно заехать. Блин, хорошо хоть сегодня выехать бы, да. Но если бы я вот так вот ехал, я бы куда-то выехал все равно. Но если бы не окоп. Так окоп тебя остановил, да? Окоп остановил, да. Повезло, блин, нам. Ну и Саня потом приехал. Ох, красота, солнце вышло вообще. Колонна идет. Какие-то строения. Это полигон все, да? Я думаю, но тут сильно так не поедешь с тем колесом по такой, при таком сопротивлении. Ты же слышишь, как сложно. Так, идем. А куда Витя пропал? Где-то, ну, впереди же где-то, ты же видел, часть уехала в передовом отряде. Решили разделиться как-то там, что-то в рацию говорили. Нивка по пробитому нормально идет, да? Да. Песке, да, таком? 3000 оборотов тоже где-то еду по танковой, по той же. 3-4. А кто за нами? За нами, по-моему, Женя. Это не точно. Да, это где-то примерно 50, от Киева 50-55 километров по асфальту проехали. До церкви? Ну да. Это по дороге? Да, по дороге. Ну, в принципе, параллельно идем. Ну, так и есть. Может, мы что-то срезали, я не знаю. Так, смотри, какое-то сложное место, смотри. Будем обходить или как? Может, прямо лупануть. Правее попробуй, левее попробуй. Там какая-то коряга. Коряга, давай вправо тогда. Попробуй вправо. Не застрянем. Нет? Тут, видишь, подъем еще. Патрол присел. По пробитому сейчас разгон смотреть.
Лёнь, Лёнь, хорош. По пробитому разгон и вправо можешь вот так, прямо как стоим. А Ниву же надо тянуть еще будет. Нива тут точно сама не проедет. Почему? Объезжаем вот там, правильно? Красиво прошли. Красиво. Хорошо, мы их бросим или нет? Не-не, надо паркуйся где-то. На веревке будем у тебя быть? Не знаю. Нива, смотри, они едут, нет? Нет, наверное, не вытягают. Ну да, давай кружок дай. Вот там на полянке или не дашь. Давай назад, надо посмотреть, что там, может, помощь нужна. У тебя же лебедка есть. Они же там все безлебедные. Что сказать, может, надо? Вайт, что там у вас? Полицейский разворот. Понижение, слышишь, первую вообще негде, Леня со второй просто. Я второй. Ух, как красиво. Идет. Красиво идет. Сложно там есть что. А там две жнивы сзади еще. Ближе вот так на полянку справа остановись. Дорогу себе, видишь? Угу. Так она сама едет или надо тянуть? Видишь, по целине лучше, чем там. Ну, потому что там каша уже, понял, а тут пробивает. Так что с Нивой, надо тягать ее. Да, разматывай лебедку. Леня, ты наберешь, да, Ниву зацепишь? Ну да, попробую сейчас Ниву зацепить. Зацепим ее, наверное, будете. Ну, наверное, не Леня Ниву дергать, а то опять что-нибудь взорвет. Ну да. Ну вообще-то да. Лето ладно. Вернуться? Вообще-то да. Потому что он обычно что-то рвет тебе, когда вытягивается вот тут. Ну смотри, к 70-ке сложно. Еще 70-ка не заедет. Да не, заедет просто, видишь, надо и. Да не, не заедет. Возвращается. За Нивами надо вернуться. Нужно лебедо его тянуть, но долго просто. Ну Нива назад сейчас поехала, я не знаю. Да надо, шо? Надо, скажи. 70-ка еле едет. Да не, Ниву надо забирать. Леня, ты поехал туда, я тебя спросил, ты Ниву зацепишь? Просто зимние шины какие-то небольшие у него стоят. Где шакал, Лень? Под ногами у тебя. Я не вижу. Да, я пойду наверх. Идет. Так, вообще, там потом... идем. Обсуждаем с Леней маршрут прошлого оффроуда, как бы мы справились там или нет. Если бы все ехали туда сегодня. Видите, что тут? Ну тут просто снега явно больше, ты знаешь? Здесь много, да, снега. Тут явно больше. Смотри, Витю телепает тоже нормально. Жеку? Ну что, база короткая, что ты хочешь? Шины не такие злые, как у тебя. Немножко, да. Что тут такое? Боится. Так а что, машина дорогая, бережет. Штипи, нет, это не самурай. У него как три самурая машина стоит.
это ладно, у меня одна раздатка, как его полмашины стоит. Мы в цифрах по закупке считаем. Такая живописная неровная дорога началась справа-влево. Чуть-чуть потеем. Сразу вспоминаю, как мы с Витей на УАЗе скакали на прошлой неделе. О, сейчас что-то похожее начинается. Не, Витя тогда, конечно, мочил. Конь такой же просто, как. Да, мочили. Мочили жестко. У меня такое было впечатление, что у него была поставлена задача уничтожить УАЗ. Ну, об дерево об какое-то. Ничего не получилось. Ничего не получилось, он не попал УАЗом в дерево, ни в одно. Объехал все. Да, УАЗ как-то улизнул. Деревья разбегались просто. Разложить не сумел он его, конечно. Движение. Неплохо идем, да. Самурайчик еще кого-то и спас. Так вообще. Да. А из-за этого? Да, из-за того, что мы не в колее, из-за этого я же... Вот это получается... такое подруливание постоянно идет. Получается, режу эту колею. У бородача опять воздух. Если вы думаете, я не работаю над залупазликом, то вы ошиблись. Вот они, новые колесики. Как вам высота протектора? Просто разрыв полный. И, кстати, и тебе можно поставить. На твою можно поставить их тоже. А какие они? 29,5. У меня понижение большое для этих шин. Да, ну, там вернее, такой зацеп. Не понижение, а передаточные числа в парах. Мне будет очень плохо на них ехать. Не, ну они ж только для бездора. Ну да. Чисто на спецучасток отдел. Продубасил. В принципе, надо. Получил медаль. Мне почему-то психологически с 33-х не хочется на меньшее переходить. Да я понял. Не, ну там зацеп, ты видел какой. Ну, есть 34-е просто, понимаешь, как раз. Есть, да. Для моего этого 35-й. У меня пары 5.39. Ну куда? Так. Вышли с лесочка.
большая какая. 10. 10? Ну, конечно, где-то сбрасываешь в повороте. Среднюю, я тебе говорю. А, ну так среднюю, конечно, если учесть, что Ниву еще возвращались. Еще и Ниву, да, еще и тут. Плюс 6 по прямой, Паша говорил, мы же петляем. А, по локусу смотрели? Да. Ну, мы там, где колесо портировали, 6,6 было. Оттуда, по прямой. Ну, плюс-минус там, да, где-то до 7. Эта колонна раздолбила так дорогу? Ну да, ну, получается. А кто тут? Тут вряд ли кто-то ездил, кроме нас. Нет, так вообще, что тут все ездят. Да, конечно, посмотри. На колею посмотри, какая. Поездишь тут, повиснуть. Страшно только становится. Такие мы чуть подзамерзли окошечки у нас. Да, интересную машину японцы сделали, самурай, конечно. Отжимник не то, да, раздатка слабее. Ну да, они получается. Цепная там, да? Да, там много чего из самурая делают. Мосты вроде бы неплохие у них, они пошире, чем самураев. Шире, да? Ну хотя фишка вся самураевских мостов в том, что они узкие. У них есть это, понимаешь, вот сейчас это минус, а в грязи это большой плюс. О, догнали. Потому что вот не по колье едешь, а цепляешься за борта. И ты проезжаешь, да? Вот помнишь тот этот случай, когда на Сундуковском кордоне, там в том болоте? Да. Рубикон там сел, а я проехал. Да. Я цепляю среднюю часть вот этой всей. Кстати, да. И я себе раз и выскочил. Так что у него так, есть да. Момент. Догнали колонну. Да, много людей сегодня собралось. 30 машин? Да. Говорят, да. 30? 30. Ну, это рекорд за последние годы, даже я бы сказал, наверное. Включим уже печку на лобовое. Я включил. Не помогает? Нет. А так температуру держит нормально? Нет. Вот машина. Снимать невозможно ничего. Тут же помимо того, что трясет, еще стекло заледенело местами. Там, где хотел включить, не включилось. Но опять в лесочек такие какие-то вырубки. Красивый зимний маршрут. Да, я тебе скажу, не было бы Немога, было бы нам тут очень весело. Вот. Идеальное стекло. Еще терним уже сверху. Дворниками. Да там ничего тереть. Ну да, тряпка хорошая в люне. Какая-то очень модная, дорогая, да? Да, да. Оригинал? Это специальная тряпка. Спецтряпка, да. Батарея.
кажется. А ну давай. Где зайца? Стоит там. Нашли. Как он сюда заехал? Охренеть вообще. На цепях. Вита полноприводный, наверное. Не задний привод. Ну, цепи, по крайней мере, только сзади. Видно, сюда не так сложно. Прикол. Такая находка. Опа, а это что? Откуда дровишки? Знаешь эту песню? Стишок. Так, ну был кусок простой дорожки, там где просто люди доезжали. А теперь опять. Это наши тут пробивали, наверное. По колее. Где-то недалеко уже, наверное. Ну вот тут в каком-то домике. Бородачи, скажи. Места. Ого, как она поменялась за эти годы. Мы... Отсюда надо было переплыть Днепр 6 ноября. Зачем еще 6 ноября? Весенний день календаря. Представляете, сам факт. Вон тот берег. Вот тут у тебя ружье, ботинки, шинелка. Надо поплыть на тот берег. А там еще и стреляют. Да. Да, тут, конечно, зимой жестко. Сын пловец. Вон на половнике ходят. Блин, Леня, какое-то у тебя стекло непрозрачное, церковь плохо видно. Можешь пустить стеклоподъемник? В Чернигове остался. Так, приближаемся. Вот и церковь. Ничего себе, так уже пригородили, тут бережу. Блин, как красиво. Тут приехали мы. Еще оперативно справились. Витя будет ехать?
Это не Витя, ой, это Женя. Женя. Ну, есть. Есть машинки, тут все припаркованы. Можно, можно идти молиться. Вон за Тойотой направо можешь. За Тойотой направо, вот справа. Направо за Тойотой. Да я думал, так чтобы нам влезть сразу зад. Потом сдашь вверх, да, назад. Какая разница? Успеешь. Ну. Вот и вся банда. Витя, ну как, лучше проходимость, да? Правда, страшно. Страшно, да? Чего? Видно, трубку где-то оборвали. А, вообще нет тормозов? Вот, блин, а как домой ехать? Надо кто-то, кого-то еще сзади цеплять будет.